Как вы оцениваете ход предвыборной кампании своих конкурентов и, соответственно, были ли нарушения, были ли они серьезные? Вы знаете, я никогда на выборной кампании, она не первая, здесь у меня родной край, здесь я дома проводил эту кампанию, но у меня не было в период моих выборных кампаний, я избирался в других регионах, у меня не было никогда каких-то нарушений, каких-то фальсификаций. И это никогда не сопровождало меня, никогда я здесь шел депутатом. Вот. Нужно просто работать.